нас проходит региональная акция «Обменяй сигарету на конфету». 5 сигарет или пачку сигарет, и вам будет протеиновый батончик. Да, с радостью. Держите. Спасибо большое за участие в акции. Спасибо. 5 сигарет за протеиновый батончик. В скверах и парках Магадана провели акцию «Замени сигарету на конфету». Волонтеры обменивали сладости на никотиносодержащую продукцию. Организатор – Министерство внутренней информационной политики Колымы. Проводят акцию в рамках регионального антинаркотического проекта «Даже не пробуй». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Это напоминание лишний раз людям, что вредно употреблять алкоголь, курить и употреблять запрещенные вещества. Волонтеры сейчас находятся в сквере 70-летия. Мы подходим к людям, узнаем, курят они или нет, предлагаем обменять 5 сигарет на протеиновый батончик. До этого мы стояли на точках в городском парке, и скоро мы пойдем в сквер 60-летия. Волонтеры отмечают, что каждый второй магаданец отказывается поучаствовать в акции, потому что не курит. Также в рамках проекта «Даже не пробуй» на Колме проводят конкурс фотографий и видеороликов. Работы должны отражать зависимость от вредных привычек. Прием заявок стартовал 6 апреля.